Меньше проверок. Кошмарить бизнес никто не будет. Количество проверок сокращается, отметил Владимир Путин. Большинство проверок идет через прокуратуру, согласовывается с прокуратурой. Количество плановых проверок сокращается. А количество внеплановых, уже принято такое решение, оно не должно быть более 30% от плановых. Наконец, вводится реестр проверочных мероприятий, в котором должны быть отражены, кто проверяет, когда проверяет, сколько раз проверяет, каковы результаты этих проверок. Вот последовательное внедрение всех этих принципов, на мой взгляд, существенным образом должно оздоровить ситуацию, связанную с проверками. В целом, на мой взгляд, при возможных издержках, но все-таки ситуация меняется к лучшему.